Є потреба в грошах? Звертайтесь до Forze 24. Простіше та швидше, ніж у банку. Дешевше, ніж гроші в інтернеті. Forze 24. Гроші в кредит. І в мене для тебе є сюрприз. От ти сказала, цікаво, що давай. Відвідувала тренінги особистісного розвитку. Так. І знаючи все-таки твою цікавість до подібних заходів, я запросив до нашої студії дуже важливу персону. Це, власне, тренер з особистісного розвитку, людина, котра може навчити, як досягти успіху, як позитивно дивитися на життя. Я говорю про Вікторію Шуріну. Прямо зараз я з нею поспілкуюся, а ти, я думаю, зможеш отримати для себе багато відповідей. Вікторія Шуріна – психолог-коуч. Закінчила Російський науковий центр психологічного здоров'я та Московський гештальт-інститут. У 2013 році освоїла технологію тета-хілінгу, а вже через рік розробила власний метод роботи. На сьогодні особисті консультації та онлайн-семінари пройшли більше 10 тисяч клієнтів з різних куточків світу. Засновниця міжнародної компанії та одноіменного журналу «Люди без меж». Редактор рубрики про психологію в журналі «Супермама». Доброе утро. Спасибо, что к нам пожаловали. И наш традиционный вопрос – утро, которое вам запомнилось больше всего. Самое сильное утро в моей жизни – это было на Алтае. Я проснулась, мой муж предоставил мне вертолет, и мы полетели на камень Рериха. Это было самое потрясающее не только приключение, а утро. 8 утра, солнце, горы и этот чудесный камень, о котором я много-много читала. Потрясающе. Слушайте, тут сразу видно, у вас позитивный настрой, и он дает вам такие замечательные возможности. Виктория, тогда вопрос к вам. Все-таки утро было действительно замечательным, но если я хочу создать, или наш телезритель хочет создать успешный день вот с самого начала и до самого вечера, как правильно это сделать и какие секреты правильного настроя? Самый первый настрой – это нужно почувствовать в себе энергию. А у многих людей есть проблема, что они чувствуют себя обезвоженными. Поэтому нужно закрыть глаза, почувствовать, что во мне есть энергия, и это так. Затем выпить воду. После этого прочитать правильный настрой. Обязательно нужно писать свои цели, свои мысли, свои желания. Проговорить, представить. Затем увидеть, как успешно прошел день, и вперед. А как же тогда эту энергию сохранить в течение дня? Потому что утром действительно можно себя настроить, а потом все-таки ты попадаешь в суету, в быт, в проблемы, в трудности, и энергия иссякает. Да. Вот представьте, что мы завтракаем, обедаем и ужинаем. И точно так же это энергия. Ее нужно представить, просто осознать, что она во мне есть. И все то же самое, просто нужно напоминать себе. На протяжении дня, да? На протяжении дня. Проговаривать, напоминать и видеть. Хорошо. В бизнесе энергия – это может помочь вот конкретно с цифрами и с успехом финансовой деятельности? Очень много людей умных, но не успешных. Почему? Потому что, когда мы много думаем, задействуется логика. А логика, она затрачивает очень много резервов, энергии. И люди не достигают успеха, потому что им недостаточно этой энергии, которая отражается во всем. Прежде всего в коммуникациях, в деньгах, в достижении целей. И кажется, что остается один шаг до реализации, и что-то срывается, что-то не получается. Поэтому энергия, осознание, что в тебе есть эта сила, очень нужно, очень необходимо. Но все-таки предметно. Вот я услышал, да, необходима энергия. Вот просыпаюсь я утром, значит, выпил чашку воды, настраиваю себя на то, что все получится. Да. И потом, если сталкиваюсь с какими-то проблемами или трудностями, как мне поступать? То есть просто верить, что все получится, и я все преодолею? Вот это тоже очень важный шаг. Многие люди думают, что везение, успех – это некий поток, когда нет задач, нет сложностей, но… Все зависит, как мы думаем об этом. То есть, если мы будем думать о поставленной задаче как о проблеме, мы можем просто застрять на ней. А если мы будем думать как о задаче, что это неотъемлемая часть, что это мой следующий шаг, и знать техники, которые помогают
Здесь очень простой совет, что нужно знать, как себя настраивать и преодолевать задачи. Не будет такого момента, что не будет с чем справляться, потому что наш рост и достижение – это все время преодоление этих задач. То есть не надо ждать, когда проблемы исчезнут, надо просто правильно к ним относиться. Да, правильно? Просто их нужно решать. И вообще успех – это такое понятие, что нужно желать этих множественных задач и знать, как их решать. То есть не избегать их, как часто мы поступаем, да, а наоборот идти на них. Да, идти на них. Вот вы очень правильно сказали, потому что когда люди стараются их избежать, они как раз входят вот в эти депрессии, вот в эти проблемы. Затем, пытаясь их избежать, они начинают друг другу звонить, рассказывать, у меня то-то-то-то случилось. Опять же, они дальше себя погружают. И оказывается, эта задача, которая является стимулом к успеху, они ее начинают видеть как проблему и начинают от этого заболевать даже. Потрясающе. А вот очень похожий вопрос. Как сохранить перспективу в своем разуме и как увидеть перспективу в бизнесе, в котором пока нет результатов? То есть мы начинаем бизнес, мы видим пока, что не хватает результатов и нет той цели, к которой мы идем. Как сохранить веру в то, что все получится и все будет хорошо? Да, у нас есть мозг. Это самый сильный инструмент, и он делает все для нас, если мы показываем ему, куда мы идем. Есть такая простая техника, нужно закрыть глаза и очень четко в деталях увидеть результат, который мы хотим удерживать. И открыв глаза, просто понимать, что вот все мои пути ведут именно к этой цели. И задачи, которые сейчас будут на моем пути, это именно шаги к этой цели. И доверять себе. То есть снова закрыть глаза, снова увидеть цель и понимать, что вот то, что сейчас в моей жизни происходит, это шаги к этой цели. И как вот увидеть эту перспективу в бизнесе, в жизни, вообще в любом деле? Просто четко видеть закрытыми глазами, куда я иду, открыть и понимать, что все, что происходит, все это все пути, которые ведут к успеху. То есть ведут меня именно к этой цели. Это есть доверие к себе. Замечательно. Мне известно, что вы знаете секретные методики переговоров, которые обязательно ведут к успеху. Этими методиками пользуются успешные миллионеры. Расскажите, пожалуйста, о них. Да. Успешные переговоры – это залог развития. И люди, когда идут на переговоры, почему у них нет этого успеха? Они все время думают о себе, как получить выгоду, с которой они пришли. Думают, как правильно сказать, как правильно что-то сделать. Думают все время о себе, как выгодно. Вот у нас, предположим, с вами успешные переговоры, и я начну вести так себя и думать, чтобы от вас что-то получить. А успешные переговоры — это когда я просто забываю на несколько минут о себе, полностью смотрю на своего собеседника и задаю себе вопрос, какие у него задачи, какие у него цель, чего хочет он, какие в нем потребности. И понимая эти потребности, начинаю вести себя так, как бы даю. И вы начинаете видеть, о, этот человек для меня полезен, потому что действительно такие есть у меня задачи, и он мне нужен, и такие переговоры будут успешны. А как не просто создать успех, но и удержать его? Вот очень важно, потому что многие люди все-таки кратковременно достигают своих целей, настраивают себя, но потом они упиваются этим успехом, и энергия, то, о которой вы говорите, она просто у них уходит, потому что они уже привыкли к достижению, к результатам, и все-таки скатываются снова вниз. Как удержать результат? Во-первых, это понимание, что успех не бывает таким, что мы достигли сейчас успеха, и теперь мы можем расслабиться. Успех — это все время, наоборот, нужно только повышать себя. А большинство людей, у них реальная проблема, они вот достигли, например, денег заработали и тут же пошли в расслабление. Деньги потратились, энергия потратила, они как бы ушли в откат, им нужно заново аккумулировать эти силы, они делают второй рывок еще больше, и третий им уже тяжело. То же самое, многие люди думают, что вот если они сейчас разбогатеют, все, потом они будут отдыхать, гулять,
или, например, любой бизнес, почему люди зажигают, а потом уходят. Потому что они не понимают, что если ты на старте, тебе сейчас нужно еще больше отобрать силы и идти. Потому что если ты расслабишься, ты придешь в ту же точку, из которой ты вышел. А люди этого не знают, им об этом не говорят, они не общаются с людьми, которые держат долго бизнес. Вот мне очень повезло, потому что у меня клиенты, которые приходят с психологическими проработками, они очень серьезные бизнесмены. И помогая им в их задачах, я понимаю, как они думают. Это самое важное. И я понимаю, что люди, которые на плаву удерживают свой бизнес, они понимают, что если сейчас был успех, нужно еще больше саккумулировать и сделать больше. То есть, если уже есть видимый результат, то не радоваться этому нужно каждый день и рассказывать всем, как тебе повезло, а просто взять и как будто ты на старте, начать заново собирать всю энергию и заново работать для того, чтобы, возможно, еще больше результаты достичь. Да, да, потому что были и люди, которые разбогатели, а потом они приходят и говорят, почему уже было все так хорошо? А потому что затем поехали отдыхать, гуляли, и где деньги? Деньги разошлись, нужно заново аккумулироваться. А заново еще сложнее, чем в первый сложнее, раз. Сложнее намного, да, психология, она, были деньги, и теперь сложности, как человек просто не знал, что нужно подсобираться каждый раз. Я думаю, эти истории, эти принципы успеха, они обязательно могут помочь нашим телезрителям. Да. Но и очень важный еще вопрос, как быть номером один в том деле, которым мы занимаемся? Вот как стать лучшим? Все этого хотят? Ваши советы? Да. Просто сказать, вот как это было в моей жизни, я просто проснулась, да, вот, кстати, еще одно прекрасное доброе утро. И я спросила себя, когда я стану номер один в своей нише, в тренерстве, ведь я этого достойна. И я сказала, что самый настоящий момент – это сейчас, и пусть это будет так. И я тогда сказала, что я лучше, я номер один, и стала об этом говорить. У многих людей реальные проблемы внутри, они самокритикуют себя, у них заниженная самооценка, и они все время боятся и видят, что есть кто-то лучше. Но здесь главное перестать сравнивать себя и просто сказать, что есть мой мир, есть люди, и я решила или я приняла решение, что я номер один, и начинаю просто об этом говорить маме, мужу, жене, часто папе. Часто люди стесняются и боятся, знаете, что они там боятся, посмеются, сглазят, да, не дай бог, еще что-то. Да, но люди, они все время говорят, и большинство проблем в нашей голове. И человеку самому нужно себя поддерживать, все время говорить, ты номер один, ты номер один. И ты начинаешь говорить за чашечкой чая, доброе утро, я лучше, я лучше. И затем все люди начинают это повторять, потому что наш мозг, он записывает все. И когда мы начинаем это просто проговаривать, люди... Это откладывается в их сознание, и затем, оп, ты слышишь, ты номер один, ты номер потрясающе. Один. То есть это естественно. Сейчас, секундочку. Я лучший ведущий на украинском телевидении. Все, спасибо большое. Да. Я так и буду делать. И, честно говоря, от общения с вами есть вот определенный позитив и уже особый настрой на успех. Вот немножко мы с вами пообщались, а уже радость не стала. Спасибо большое. Мы ожидаем, Виктория, вас снова в нашей студии. Я думаю, что вам еще есть о чем рассказать и чем поделиться. Спасибо огромное за этот позитивный, в прямом смысле этого слова, разговор. Благодарю. Є потреба в грошах? Звертайтесь до Forza 24. Простіше та швидше, ніж у банку. Дешевше, ніж гроші в інтернеті. Forza 24. Гроші в кредит.